Шаббат шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и мы обсудим сегодня недельную главу Тору Хаазину, одну из самых коротких в Торе. В ней находится всего 52 строчки. Большую часть раздела составляет песнь в ярких метафорических образах, в которой отражено гармоничное единство творения. Прошлое, настоящее и будущее сплетаются в единый поток истории. Перед Моше открывается вся реальность, в которой нет противоречий, где события разных эпох дополняют и раскрывают друг друга. В начале нашей главы Моше Рабейну призывает небо и землю в вечные свидетели тех несчастий, которые, не дай Бог, должны постигнуть наш народ, если они изменят Богу и Торе. Мы знаем из различных источников, дорогие друзья, что Моше был близок к небесам и далек от земли. Именно поэтому написано: «Внимайте, небеса, я говорить буду, и услышит земля речь уст моих». Внимите, небеса, где слышится интонация, с которой обращается к чему-то, которое находится очень-очень рядом. Тогда как слова «услышь, земля речь уст моих» подчеркивает некую отдаленность. Мы знаем также, что Йешиягу – это величайший пророк периода первого храма, духовного глава духовного народа, был далек от неба и близок к земле. Как написано: «Слушайте, небеса, и внимай, земля». Слова, дорогие друзья, эти зеркально противоположны словам Моше. Так написано Ишаягу 1:2. Однако эта противоположность поистину удивительна, ведь Тора означает учение, и каждое ее слово – это наставление для нас. Когда Моше говорит: «Внимайте, небеса, я говорить буду, и услышит земля речь уст моих», здесь мы слышим намек, содержащийся в этом высказывании. Всякий из нас должен стремиться к небесам и к тому, чтобы освободиться, так сказать, от земного материального притяжения. Но если даже Йешиягу, великий пророк, не смог достичь уровня небес, то как же Тора требует этого от каждого из нас, дорогие друзья? В словах Йешиягу отражен не более низкий уровень по сравнению с тем, который подразумевал Моше, а наоборот, более высокий. Именно в этом смысле он продолжает оттуда, откуда Моше закончил свою речь. Взойдя на высоты, где пребывал Моше Рабейну, вблизи небес, Йешиягу смог добиться еще большего – быть и рядом с землей. А поскольку его слова также часть Торы, они ниспосланы всем нам. Дорогие друзья, это то, что я нам всем в 10 дней раскаяния между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром желаю. Подняться на очень высокий духовный уровень, но при этом не оторваться от материальности, от земли, а наоборот использовать ее во благо нашему духовному развитию. Шаббат шалом, гмар хатима това, шана това умитука, будьте здоровы, ваш Равин Каплан.